волшебный прибор, который я использую для того, чтобы готовить быстро в походе еду на 3-4 человек. Это аналог шведского комплекта Транже. Я вам его тоже покажу. Он более простой, более экономичный, потому что Транже в такой комплектации обойдется вам в 14 тысяч рублей, а такой набор обойдется приблизительно в 6 тысяч рублей, то есть разница практически вдвое. Что входит в этот комплект? Значит, в этот комплект входит волшебный ремешок, который все это стягивает. Это, как вы понимаете, сковородка. Видите, она из все вещи использованные. Прихваточка, чтобы хватать горячую сковородку. Вот так. Или кастрюлю. Чайничек на литр. Внутри чайника находится спиртовочка и ушки. Сейчас покажу для чего. Чайничек. Кастрюлька 0,75. Кастрюлька 1,5. А вот это самая главная основная часть. Это сама кухня. Берем нижнюю часть. В нее вставляем спиртовочку. В спиртовочку, естественно, наливаем спирт. Сверху вставляем верхнюю часть. Спасибо. Надеваем ушки. Вот, поджигаем спиртовочку. И вот на эти вот ушки, которые вот такие вот, да, вот на них можно либо поставить. На них можно либо поставить сковородочку. Сковородочку можно поставить, либо поставить на них чайничек. Чайничек вскипел, чайничек заварили, поставили кастрюльку. Кастрюльку вскипятили, супчик сварили, поставили вариться макарошки. Макарошки сварили, классно, откинули ушки и пожарили здесь сосисочки, либо мясо. Во втором варианте это спиртовка. Значит, одной спиртовки хватает на то, чтобы пожарить сосиски и вскипятить чайник. Дальше спиртовку нужно заправлять. Второй вариант для продвинутых — это газовая горелка. Газовая горелка без пьезоэлемента, ее надо поджигать. Обычный газовый баллон. Обычный газовый баллон, вот он, навинтили, подожгли, то же самое, готовите. Одного баллона хватает на 2 дня приготовления завтрака, обеда, ужина для 3-4 человек. Вот такой вот классный комплект. Рекомендую. Очень удобно.